приветики, конфетики, мои хорошие. Ребят, я бегу с поликлиники. В общем, теперь мне каждый день бегать с утра. В общем, я попала все-таки к инфекционисту. Я к нему уже давно не могла попасть. Так что я сегодня попала по времени. Прошла, там очень много мне назначили анализов. В общем, 5 тюбиков. Кровь сейчас сдала. Ой, завтра мочу, потом кал. Короче, бегать мне каждый день. И за неделю она говорит, мне нужно, что все анализы ты сдала. И, ну, узнать, проверить, что у меня. Потому что температура же у меня стоит, я, как вы уже знаете, давно вечерами. А сейчас она, в принципе, мы померила. У меня сейчас она стоит 37,5. Вот что она стоит, кто его знает. Симптом таких нету. У меня кашля нету, горло не болит. Она меня полностью, когда температуру померила, полностью меня увидела, что температура 37,5. Прослушала горло, посмотрела, но нету никаких симптомов. Я говорю, да я не кашляю, я ничего. У меня вот такое вот вечерами стоит. А сейчас вот время утра, у меня уже 37,5. Но я чувствую, когда у меня температура начинается. Но я начала объяснять, что у меня болят еще икры ног. Прям безумно вечером. Я уже говорю, магний рот пропила. Что магния не хватает. Ой, как скользко, дорога ужасная. И у меня все равно они болят. Она говорит, они на фоне, то, что у вас температура поднимается, из-за этого реагируют на икры ног. И у вас они очень болят. Я вот даже, когда если вечером у меня ноги не болят, я такая... Но я температуру меряю каждый день, потому что мне этот еще контроль, температуру мерить. А, еще доктор сказал летом, как она мне началась. Он говорит, без разницы, как вы себя чувствуете, меряйте всегда, чтобы знать. А, ну и вот у меня икры ног только начинает болеть. И я сразу чувствую, что у меня температура... Да я и так чувствую, у меня сразу начинает жар кидать. Все на свете. Ну, я делаю свои дела, бегаю, как бы, все нормально. Сейчас я иду в маске, потому что лицо очень замерзает, ребята, очень холодно. Это вообще безумно. Ой, я не знаю, сейчас приду. Я сегодня, на сегодня-то отпросилась кое-как. Как мне на эти дни сейчас бегать, тоже не знаю, прям переживаю. Ужасно. На больничный, как бы, я не хочу идти, я сразу ей объяснила. Я говорю, я не хочу больничный. Она, ну, давайте как-нибудь так, сможете отпрашиваться. Я говорю, постараюсь, чтобы не сдавать. Так что, такие вот дела. Бегу на работу, потом еще мне в школу сегодня бежать опять. Ну, я тоже уже отпросилась, вчера еще отпросилась. Сбегаю в школу после обеда. Так что сегодня я опять себя набегу, но очень холодно. Ребят, я скажу вам, ну я, конечно, бегу, мне замерзают очень руки, и у меня сейчас, знаете, что замерзает, и я с этого в шоке. Раньше у меня всегда челка была, да? У меня лоб никогда не мерз. Я всю зиму ходила без шапки, так вот шарф намотаю, если сильно холодно. Ну, у меня шарф всегда на шее. Фу. А сейчас у меня нет, так как у меня нет челки, у меня мерзнет очень лоб. Прям вообще безумно он мерзнет. Я говорю, может, не повязку на лоб пойдет? Нет, ну реально. И руки замерзают. Я не знаю, я так давно не мерзла, как я мерзну сейчас. Так, в принципе, ничего нигде не мерзнет. А именно мерзнут у меня колени очень сильно. Оп. И вот я сегодня на работу бежала. Руки. Оп. И колени. Мерзнут. Хотя я и в штанах, и подштанники тепленькие у меня. Все одето полностью. Сейчас мне кровь брали, мне так плохо было. Я прям чувствую запах крови. Такая, прям, такое ощущение, как будто оно у меня на языке. Фу. Но зато кровь хоть сегодня сдала. Чтобы мне завтра не сдавать. А я сразу говорю, я сегодня не кушала. Думаю, вдруг вы меня отправите на кровь. Она говорит, ну хорошо, тогда мы отправим. Все, я быстро побежала. Сдала кровь, чтобы уже было поменьше. Там прибежал, мочу принес, кал принес. И все, и сразу обратно. Чтобы не сидеть, не ждать. Так что такие дела, вот рассказала все по-быстрому. И я на работу. Руки очень замерзли. Еще, ребят, хотела показать. Сейчас дорогу перебегает, что-то на низ наглянул. Смотрите, плохих. Один на ноге, один улетел, видно. Как бегу с больницы, как обычно, забыла снять бахилу. Я уже добежала всю дорогу. А я такая нагинаюсь, дорогу переходить по сторонам. Глядь, у меня бахила нет. А, ну, в принципе, не что я в бахилах, это вообще жесть. Бывает, бывает. Бегу, в общем, домой.
И знаете, я вам скажу, такой ветерок прям обжигающий. И сейчас я вспомнила, дочь мне тут сообщение голосовое отправила, то, что у нас нет времени переговорить. Она, что ты будешь готовить? И я вспомнила, что у меня горбуша дома соленая есть. Икра. Сейчас возьму я серый хлебушек. И сделаю вот такой вот вкусный. Так что вот иду в магнит. Сейчас банки возьму, чтобы мочу сдавать. И я дома. Все, ребят, я дома. Да, чё ем? Вот моя красотка. Смотрите, вот рыбку мы кушаем. Хлебушек серенький взяла. Так что сейчас мы покушаем. Приятного аппетита тебе, Света. Спасибо. И всем приятного аппетита. А мы садимся кушать и с сестренкой разговаривать. Угу. М-м, вкусняшка. В общем, все-таки я поставила мясо жарить и поход делать буду. Вернее, тут уже макарошки отварила. Сейчас мясо обжариваю и все перемешиваю. Здесь в контейнер я макарошки отложила, то что сыночка у меня не ест по-флотски, он ест просто макарошки с сыром. А здесь вот по-флотски, вот так вот. Я морковку не добавляю, томатную пасту тоже нет, только лучок и фарш куриный. Все пережариваю, все вот такое по-флотски. Кстати, очень вкусненько.